Есть такое у нас нововведение кругом по местным советам по всей Украине, громадский бюджет, общественный бюджет. И вот тут вот, согласно решению городского совета от такого-то, они утвердили положение и протягом 45 календарных дней, ну в этом году до 29 мая 2019 можно подать свои предложения. Три разно можно подать почтой, лично прийти в кабинет такой-то, электронной почтой и отсканировать тогда документы, оригиналы бумажные, или просто заполнить форму в разделе в этом. Тут указывается фамилия, имя, отчество, электронный адрес и текст обращения. Можно файлы прикрепить, проверочный код. Отправил я два обращения, но в Херсоне другие приоритеты. Одно предложение по выделению средств на стерилизацию домашних животных. К примеру, человек пошел в поликлинику ветеринарную, сделал стерилизацию, взял расчетный документ, принес в горисполком, написал заявление, и ему 70% стоимости вернули, но не свыше 450 гривен. Но это если кто-то там будет за несколько тысяч делать стерилизацию, то чтобы бюджету это не накладно было. Все просто, прозрачно, быстро, и уменьшилось бы на улицах количество животных, потому что людям очень тяжело их раздать, когда родятся. Вот у меня дома 3 кошки, но я всем им сделал стерилизацию. Они все по разу родили, и теперь они уже прошли эту операцию. И второе предложение по домам, что вот дом у многих людей, пенсионеры в Херсоне, частный дом, крыша, к примеру, пришла в негодность или где-то слетела шиферина, чтобы выделять до 5000 гривен пенсионерам. Раз в 10 лет такое можно было бы сделать. Там, если одну сторону крыши 2500 гривен, потому что в многоквартирных домах бюджет выделяет деньги, и получается несправедливость. Кто в квартирах живет за счет города, ремонтирует, а кто живет в частном секторе, ремонтирует за свой счет. Было бы справедливо, чтобы тоже выделялись деньги. Ну а так, в Херсоне, наверное, как всегда, там ту программу распишут на 5 листов, как положено, ЛГБТ эти сообщества, гомосексуалисты, лесбиянки, и получат деньги. Поставят памятник, откроют офисы, как вот этот вот. Пришла суббота, окончилась работа, и нам с тобой охота. Вот так вот и живем. В горисполкоме столько отделов, и могли бы пригласить, сказать интересное, к примеру, предложение, и давайте. Куча специалистов доработают, и будет бюджет народный такой для людей.